Всем привет! Сегодня я приехала в наш любимый магазин Ralphs в Южной Калифорнии. Сегодня 26 июля 2022 года. Я вам хочу показать, что мы обычно закупаем в этом магазине. Начнем с овощей и фруктов. Вот черес 2,99 за паунд. Очень вкусная черешня. Вот клубника. Стоит 5,99 за 2 паунда. Берем обычно еще яблоки, но не здесь, а в иранском магазине. Там они стоят доллар. Также мы берем огурцы. Здесь они стоят $1.79. Это за паунд. Мы берем в иранском магазине. Там могут стоить половина доллара за паунд. Капуста 89 центов. За паунд. Баклажаны $1.99 за паунд. Чтобы пересчитать в килограммы, нужно умножить на 2,2. Пучок редиски 99 центов, морковь 99 центов, салат айсберг $1.49, брокколи еще берем, брокколи стоит $1.99 за паунд. Также мы берем авокадо, не вижу цену, обычно 4 штуки за $5, цены сегодня нет. Это крупный авокадо, они невкусные, я не беру. Берем томаты кампари, меня попросили помедленнее снимать, снимаю помедленнее. Кампари стоит $3.49, вот такая коробочка, в коробочке 1 паунд, это 454 грамма. Что у нас тут есть еще? Органик авокадо. Я как бы не гонюсь за органиком. Тут яблоки с этой стороны $1.49. Еще мы берем лук. Лук стоит... Вот джумбо мы берем обычно 99 центов. Картофель стоит 4,99. Это за... Сейчас я вам покажу. А, вот. 4,54 килограмма. Стоит 4,99. Практически $5. Иногда беру салсу и гуакамоле. Гуакамоле это авокадо, перемолотый с перцем. Стоит вот 5,49 за... 383 грамма. Очень вкусная салса 4,99, майлд тоже 368 граммов. Раньше брали грибочки, но сейчас мне лень их готовить, я не беру. Стоит 4,59 за 453 грамма. Также мы берем салат 50-50. Ну, либо такой, вот органик 5,99, либо такой 4,99. Он стоит 4,99 за 454 грамма. 1 паунд это 454 грамма, чуть меньше полкило. Еще берем периодические орешки, фисташки. Стоит 4,99 за 227 грамм. Идем дальше. Сегодня показываю только то, что покупаем мы. Blueberries, вот органик, 7,99 за паунд, но мы берем обычные. Вот такие, вот такой берем виноград, $1.99 за паунд, 454 грамма. Бананы стоят 65 центов за 454 грамма, если вам так удобнее считать, буду называть так. Еще берем дыни, но опять же не здесь, а в иранском магазине. Здесь цена составляет 99 центов за 454 грамма. То есть, соответственно, $2 примерно за килограмм. Вот такие дыньки разные. Такой арбуз стоит 3,99. Большие арбузы снаружи лежат. Они по продолговатые по 69, такие по 59 центов круглые. А продолговатые по 69. Не знаю, может они вкуснее. Blueberries мы еще берем. Вот они, 4,99 за 1 паунд. Малина
3,49 за 170 грамм. Клубнику мы берем такую, диссоль, она стоит 2,99 за 454 грамма. Так, что мы еще берем? Вот авокадо лежат, это, наверное, джумбо. Еще берем манго, но опять же не здесь, а в иранском магазине. Вот сегодня здесь акция 10 за 10. Крупные авокадо 2 за 4. Там различные соусы. Соусы мы берем Thousand Island. Вот один Thousand Island за 4,49. Но мы берем, сейчас вам покажу какой. Не вижу, если честно. Как... А, вот. Вот такой Thousand Island. Три штуки за $5. Одна штука 473 миллилитра. Я-то этот соус, честно, не ем. Дети любят, муж любит. Берем сыр. Сыр вот такой. 5,99 за 16 кусочков, 340 грамм. Еще берем сыр shredded, как бы натертый. Вот наш любимый сыр. Он стоит 8,49 за 32 ос. Это, наверное, килограмм, да? Как тут открыть? Вот этот сыр. 907 грамм стоит 8,49. Такие стринги моцарелла 12,49. Филадельфия. Одна упаковка стоит 4,29. Упаковки 226 грамм. Вот это вот любимая моя гуакамоле 6,49 за 454 грамма. Сейчас покажу наш любимый йогурт. Тут еще продается кефир, но кефир я не беру, он какой-то кислый. 4,29 органик кефир за 946 миллилитров. Еще берем такой йогурт 5,29 за сколько там штук? Сколько там штук? 4 штуки по 150 грамм стоит 5,29. Йоплейт наш любимый. 4,79 за 907 грамм. Но мне, если честно, больше нравится такой. Нет, не такой. Меня муж какой-то взял, там прям с кусочками фруктов, очень понравился. Но это был точно не чабани. Ага. Какой-то взял новый йогурт. Вот такой тоже очень вкусный. 10 штук за $8. Одна штука 170 грамм. Можно взять разный. Я люблю с вишней. Еще вкусный с клубникой, с различными фруктами. Еще очень вкусный, вот чабани еще йогурт. Тоже такой берем, он больше на творог похож, на грик йогурт. 5,99 за 907 грамм. Потом берем сметану. Сметана стоит 4,29 за 680 грамм. Очень вкусная, жирная. Тут, по-моему, 20% она, что ли. Давайте посмотрим. Она фэт 18,6. Не знаю. Если честно, не знаю, как тут посчитать. Но она прям очень густая и без добавок, которые сгущают. Поэтому по ощущениям как 20% наша. Дальше мы берем масло. Я предпочитаю Target, но муж бывает берет и здесь. President 4,49 за почти 200 грамм, 198 грамм. Можно взять Крогер, в принципе, вкус будет такой же, 4,49, точно такая же цена, только уже за 453 грамма, в 2,5 раза больше. Ой, кто-то оставил открытым этот, а как закрыть? Ой, сломалась дверка. Так,
Что мы еще берем? Так, берем молоко, стоит 5,49 за 3,78 литра. Есть такой же 3,99 местного производства крогеровского. Они делают для Ралс. По вкусу такой же, в принципе, 3,78 литра. Объем такой же, 3,99, а это 5,49. Еще берем сливки. Вот, Heavy Cream. 6,99, по-моему, за... Сейчас я вам скажу. За 473 миллилитра. И вот такие сливки еще берем. 184 грамма. Whipped Cream 5,99 стоит. Молоко, молоко, молоко. Сок не берем. Раньше брали, теперь не берем. Что здесь еще? Так, здесь мы больше ничего не берем. Ну, сок, вот, пожалуйста, Kroger Original Juice. Это из концентрата. Такой стоит... А, кстати, цены нет. Ну ладно, наверное, здесь будет. Если кому интересно, мы сок не берем, но цену вам покажу. Вот крогеровский Orange Juice. Это свежевыжатый, 3,49. 1,5 литра стоит 3,49. Если берешь с купоном... А что там с купоном? А, ну просто с купоном, там нету обязательства купить 5 штук, 2,99. То есть 2,99, 1,5 литра свежевыжатого сока. А рядом из концентрата он стоит дешевле. Это, кстати, Pineapple из ананаса, 2,89. Тоже из ананаса. А это такой же сок из концентрата, 2,89. Тоже литр 89. А тут тоже был... А, тут даже побольше. Литр 89, 2,89, но это из концентрата. А это был свежевыжатый 1,5 литра, стоит 3,49. Еще мы берем пиццу. Так, такие вот рыбные палочки. Рыбные палочки. Я, а вот, 8,99 за 19 ос. 19 ос это... 539 грамм. Еще берем самые вкусные наггетсы. Вот оранж есть. Дети очень любят. 9,49 за 1,5 паунда. 0,68 килограмма. И вот такой вот классик чикен. У меня ребенок очень любит. Стоит 9,49 за тоже 0,68, 680 грамм. Вообще очень вкусно, нереально. Всякие остальные наггетсы просто отдыхают. Здесь есть еще различные вот лазаньи. Последнюю лазанью мы вот приготовили вчера такую. 18,49 за 2,72 килограмма. Во-первых, готовить 2 часа. Во-вторых, одно тесто, я думала, там мясо. Мяса там не было, там только томатный соус. Мне не понравилось, если честно. Тут различные пиццы. Я сейчас покажу Чак. У меня дети любят Чак. Мы только ее покупаем. Если честно, не вижу, где Чак. Бэрон, Бэрон. Сейчас покажу мороженое, какое берем. Где пицца Чак? Спрашивала мужа, где она здесь. У меня закупками занимается муж. Я ими не занимаюсь, поэтому... А, вот. О, вот, Чак пицца, но с пепперони. Мы берем без пепперони. 5,59 за 526 грамм. Я не вижу, где без пепперони. В общем, если будете брать пиццу, берите Чак, но не пепперони, а обычную. Не вижу я. Может, муж забрался. В последний раз столько много принес, в холодильнике места не осталось. Сейчас я покажу вам мороженое. Вот туалетная бумага. Туалетную бумагу я беру в Таргете. Ну, так, ради интереса, какую вам показать бумагу. Чтобы сориентироваться по цене. Ну вот, 24 ролла. Да, стоит 22,49. Мороженое. Мороженое мне очень нравится. Вот такое с пеканом, орехом. Вообще обалденное.
две штуки за $5, то есть по $2.5. Но sugar added, о, кстати, оно без, еще и без лактозы, еще и sugar free. Класс. Только первый раз обратил на это внимание. Вот это все мороженые можно взять 2 за 5. Тоже, опять же, производство Kroger. Это марка та же самая, что и Ralph's, поэтому цены самые низкие. И такая упаковка, она 1,4 литра, стоит $2.5. Из молока. Она из молока, она не из пальмы. Вот, смотрите. Milk, сливки, skim, сливки, соль, flavor, natural flavor, ну и дальше там разные добавки, витамины, то есть содержит milk, пекан и немного сои. Так, это мороженое, очень вкусно вот с пеканом и ванильное, я не ем. Дети, я пробовала, очень вкусно, но я все пытаюсь похудеть. Вот еще тоже очень вкусное мороженое Breyers, оно из сливок, мне нравится, у них чистое ванильное, вот оно наверху. Здесь 2 за 9 уже, то есть упаковка такая же по размеру, да, 1,4 литра, наверное, да, 1,4, такая же по размеру, только если те стоили $5, то это $9, то есть $4.5, а с купоном еще и того меньше, то есть $4, а там $2.5 за упаковку. Вот самая известная туалетная бумага, называется Bounty. Bounty стоит, это туалетная, а нет, это полотенце. Полотенце стоит 10.49 за 4 ролла, что ли? Да, 4 ролла. Это самая, как бы, у них популярная бумага для рук. Мы ее используем. Туалетную бумагу тоже. Еще очень вкусные мороженые берем. Наверное, нет. Эти вкусные мороженые. 2 за 7 такие упаковки. То есть, типа пломбира очень хорошая. Твиксы не берем, еще было раньше вот кето мороженое, раньше очень любила, сейчас оно мне надоело. 5,99 за 4 штуки, общей сложности 356 миллилитров. Но, если честно, я его просто переела, и очень вкусные были сэндвичи мороженое, но их перестали поставлять, не вижу. Хотела показать, но не вижу. Тут пошли замороженные всякие вафли, какие-то сосиски. Давайте я вам покажу яйца. Яйца вам не показала. Смотрите, яйца мы берем вот такие. Ланч white. Они стоят 3,49 за 8, за 12. 3,49 за 12. И 4,99 за 18 штук. Органические стоят подороже, то есть 5,99 за 18 штук. Ну, разница получается доллар, да, 4,99. Но это белое, а то коричневое. 4,99 обычный, 5,99 органик. Это органик? Вроде органик. Мясо. Мы берем, как правило, чикен. Чикен мы берем либо такой, стоит 3,99 за паунд, либо вот такие тендерс. Тендерс сколько у нас стоит? Тендерс стоит 4,99 за паунд. Вот такие тендерс, очень вкусные. Ну, муж периодически берет Foster Farms, но они подороже. Если честно, по качеству вообще не отличаются. Но у них стоит паунд 8,99. Но бывает так, что купи одну, вторую бесплатно, соответственно, получается в два раза дешевле. То есть по $4.5 за паунд. Мальчик, раскладывать не буду мешать. Мясо мы берем редко. Даже не смогу вам ничего порекомендовать. Это порк. Свинину мы вообще не едим.
думать, что из мяса показать. Ну вот, например, стейк стоит 9,99, то, что мне понравилось, 9,99 за паунд. То есть такой стейк будет стоить 13,29. Еще очень вкусная вот такая курица. Мне понравилась, периодически берем. 6,99 за 397 грамм. Еще берем рыбу. Рыбу берем, ну, видите, сегодня дешевле. Сегодня 9,99. Помните, я говорила, что в 2018 году она стоила 7,99. Неделю назад стоила 12,99. Сейчас опять 9,99. Видимо, зависит от завоза и сколько привезли. 9,99. Берем такую рыбу. Здесь почему-то 13,99 стоит. А, внизу все-таки стоит 9,99. То есть такой большой кусок рыбы будет стоить $31. $31 это 3,5 паунда. Это... Ой, я так сходу, если честно, не пересчитаю. 1,5 килограмма, наверное, где-то. Креветки не берем сейчас. У сына очень сильная аллергия, поэтому просто не берем. 9,99 стоит. Вот самый дешевый. Да, самый дешевый вот эти. 8,99 за паунд, 9,99 большие, вареные. Еще брали раньше сосиски. Сосиски сейчас не берем, почему-то они какие-то соленые стали. На самом деле они вкусные, но соленые. Соленые есть вредно. В общем, мы их перестали брать. А раньше брали вот такие. Classic Beef, 2 за 8. В упаковке там, по-моему, сколько там грамм было? 15 ос, ну, наверное, грамм 400. То есть упаковка 400 грамм, $4. Еще брали пончики, но после того, как я пончики начала выкидывать, пончики брать перестали. Но они очень вкусные, нереально вкусные. Вот такие, 4,99. Ну, это донатс этот называется. 4,99 за 850 грамм. Я на них набрала 5 килограмм за неделю. Теперь не могу сбросить. Они очень вкусные. Тут тортики. Курочка. Курочка стоит 9,99. Обычно в 6 часов цена снижается до 4,50. Курочка весит 907, но на самом деле тяжелее, там ей 907. Еще я беру peanut butter, но, как правило, в этом, в Таргете органик. Там стоит $5, потому что здесь, вон, видите, какие-то там добавки. Я беру чистое peanut butter. Хлеб мы не берем, поэтому даже подходить не буду. Сейчас покажу мой любимый сыр. Сыр тоже не рекомендуется объедаться. Вот такой я люблю сыр. Это типа пармезан натертый. 198 грамм, 6,49. И еще люблю blue cheese. Мне без разницы какой. На мой взгляд, они все примерно похожи. Так, лежал внизу, внизу его нет. Нет, не этот. Я не вижу того, который я брала. Разобрали. Нет, это не то. Не покажу вам сыр, который берем, потому что его нет. А так, в принципе, разнообразие большое. Вот, смотрите, сыры здесь, сыры были на той полке в начале. Сыры тут разные, еще очень вкусные фета, раньше брали в салат, сейчас не берем. 5,99 за 170 грамм, очень вкусно положить в салат. Оливки тоже брали, дети есть перестали. Вот муж один раз взял такие... как бы сэндвичи тоже вкусно, ну там колбаса, сыр, ничего полезного нет, поэтому тоже популярностью не пользовалась. 17,99 за килограмм. Тут различная готовая еда. Дочка любит вот такие капкейки. Это ужас, какие они вредные. 3,99 за 284 грамма. И вот наши любимые роллы. Как правило, берем Калифорния. Стоит 6,49, по пятницам скидка, по пятницам они все $5 стоят. 201 грамм, 6,49. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штучек, 6,49.
И я к ним, как правило, докупаю имбирь. Он стоил $1.39, потому что мне мало того, что кладут стандартно. 45 грамм имбиря стоит $1.39. Остальные мы все не берем, особенно со свежей рыбой. И вам не рекомендую. Думаю, что бы вам еще показать. Вроде все. Муж у меня берет пепси. Пепси. Ти. Давайте я вам покажу ти. Чай какой берет. А, вот пепси, какой у меня муж берет. Сейчас покажу стоимость. А, вот. Он берет такую пепси. Стоит 2.29. Кстати, раньше он вообще чуть ли не по доллару их покупал. Сейчас 2.29 с купоном $1.99. Он сказал, в Stater Brothers дешевле, он туда ездит покупать. И для машины я беру Pepsi. Ну, вот видите, маленькие, а есть чуть побольше. Вот они. 12 кэнов. Pepsi Zero стоит $3.99. Но это если купить 3 упаковки, но муж, как правило, и берет 3. Стоит $3.99 за 12 штук, если взять 3 упаковки. Тут различные шоколадки. Понятно, что периодически мы берем. Не буду на этом заострять внимание. Уже 26 минут видео. Дети у меня обожают такой чай. То есть просто фанаты. 3.19, 3.78 литра, 1 галлон. И берем вот такие. Такие они носят с собой, а тут пьют дома. 7.99 за 12 штук. Говорят, очень вкусно. Я попробовала там сахар. Я как бы сахар стараюсь избегать. Поэтому я все стараюсь sugar free. Воду мы берем. Воду нам привозят домой. А для машины мы берем Arrowhead. Маленькие для ребенка. Для ребенка вот такие. 3.79 для меня. Вот такие 2 за 9, то есть упаковка из 24 штук стоит $4.5. Но нужно взять 2 упаковки. 2 упаковки будет стоить $9. Кстати, если у вас есть талоны на еду, у вас низкий доход и талон на еду, всю еду вы здесь можете покупать, используя свою EBT-карту. И эта вся еда будет вам абсолютно бесплатно. Там примерно $400 в месяц на человека в Калифорнии выделяется. И можно питаться только за эту карту. Единственное требование – иметь низкий доход. То есть пройти по требованиям для бенефитов. Еще берем периодически такой сыр. Но крайне редко. Давайте покажу, сколько стоит. 5. Такой вот сыр. 5.99 за 226 грамм. Вроде так немножко пробежалась, сделала акцент именно на том, что покупаем мы. Еще берем рис. Рис берем 10 паундов, но в иранском магазине он стоит, по-моему, то ли 12.99, то ли 13.99. Мужа пошлю купит, здесь такого риса нет. Макароны мы берем либо здесь, либо в иранском магазине. Вот давайте я вам еще макароны покажу. Бытовую химию мы берем в Таргете. Тут медикаменты. Кстати, вот тоже миф, что невозможно купить медикаменты без рецепта врача. Вот, пожалуйста. Жаропонижающие, обезболивающие, зиртек, антигистаминные для детей от кашля. То есть все-все есть, кроме антибиотиков. То есть антибиотики, гормоны, да, вы без рецепта не купите. Но вот всякие жаропонижающие без проблем. Никакого контрафакта нет, все оригинально. Очень часто меня спрашивают. Бэрон, думала, пиццу увижу. Нет, это не пицца. Главное, чтобы у меня сейчас не отключился телефон, то у меня быстро место заканчивается. Я думаю, где у нас макароны? А, вот макароны. Давайте вам еще покажу макароны. Ну, куда без макаронов, да? Макароны подорожали. Раньше они стоили доллар за 454 грамма. Это наши любимые макароны. Мы берем вот такие Elbows. Вот. Стоит 454 грамма, $1.79. И еще я люблю в них класть соус. Я вам его показывала. Давайте еще раз покажу. Это Bertolli Organic Tomato Basil. 680 грамм стоит $3.90. О, какая скидка хорошая. $3.99 за 680 грамм.
Так, я вспоминаю, все ли я вам показала. Вроде так, по мелочам все. Да, фрукты, овощи показала. Это показала. Пишите в комментариях цены на какие продукты вам еще показать. На этом все. Сейчас вам покажу цветочки. Вот, посмотрите. Это, кстати, мои любимые орхидеи. Мои самые любимые цветы – это орхидеи. Такая вот красота. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!